Всем еще раз огромный привет. Давайте посмотрим каталог номер 13 в компании Avon. Фокус, распродажу и остальные приложения мы посмотрим позднее. Начнем с каталога. Выглядит он вот так. И вот от этой туши зависит, будет у вас комплимент или не будет. Будете вы брать ее или нет. Но сейчас обо всем поподробнее. Такой цены еще не было. Вот она сама тушь, 299 рублей. Она идет в двух цветах, черная и, давайте поближе, коричнево-черная. Вот так. Обещает удлинение до 43% и питание укрепление. Вот такая информация. Ну и, собственно, сейчас мы с вами найдем, что нужно сделать. Предлагаются вот такие комплименты. Косметичка. Ну, тут румяна или не румяна. Ну да, румяна это. И вот такой набор. Потом четвертый комплимент. Это от Планеты Спа наборчик. Пятый комплимент. Мужской лак. И женский лак. Только 30 миллилитров ароматы. Вы можете сделать заказ. Сейчас поближе вот так покажу. На 500 рублей со страниц определенных, только с 5, с 8 по 25, включая одну тушь, питание, длина со страницы 5. И только после этого вы можете выбрать комплимент, один любой, за 30 рублей в этом каталоге. Соответственно, ваши подписчики могут сделать то же самое. То есть 5 подписчиков выполнят эти условия и могут брать разные комплименты. Все, давайте дальше. И везде стоит вот такой значок, где можно, что входит в комплимент. Ну, те страницы, которые входят в комплимент. Это помада Ультра. Цены хорошо видно. Это карандаши. Вместе с тушью на 500 рублей. То есть получается тушь и еще одно-два средства. Ну, чтобы набежала сумма. Как я поняла, что вместе с тушью. Да, включая одну тушь. То есть тушь 300 почти рублей и плюс еще на 200 рублей, на 201 рубль, если быть совсем точным, нужно будет сделать заказ. Например, помада и лак, да? Кстати, лак новинка. Новинка не лак, а новые оттенки являются новинкой. Вот видите, они поверху тут три оттенка. Кстати, очень симпатичный. Кто любит такие нежные сиреневые оттенки. Также идет в этой акции 4 аромата. Еще 4, но цены разные. Мужские ароматы. Мне вот что в Avon нравится, если мужчина представитель, он может спокойно, ну, тушь подарить, конечно, жене или подруге, маме, родственнице, кому угодно, ну и взять себе. И также в комплиментах пусть один, но есть комплимент с расчетом на мужчину. Вот. Также увлажнение, лифтинг, кремы. Шампунь и ополаскиватель тоже входит. Также шарфики и украшения. Кстати, вот этот набор с украшениями мне понравился. Посмотрите, какой интересный. И цена этого набора 399 рублей. Каждая пара получается по 80 рублей. И второй набор. Три пары сережек 450. То есть получается вот этот дешевле, чем вот эти жемчужинки. Вот. И также тут есть шарфики-платочки. Даже вот новинка прошлого каталога. Сюда входит. Так, вам видно? Я каталог-то болтаю. Так, тут новинки. Это джеггинсы вот такого нового цвета. Какой-то сиренево-синий, мне кажется. И два жакета. Цены видно. Они такие крупные-крупные. Ну, тут надо условия выполнить. Заказать товары на 450 рублей с каталога, кроме акционных страниц.
Новые ароматы женский, мужской. Attraction. Новые и старые версии. Страница лак. Мужские и женские все ароматы. Премьер люкс. Today. Ну, я не буду дальше комментировать. Уже где интересно буду включаться. Как попугай, что вижу, то и болтаю. Вот, кстати, шок цена. 199 рублей. Это гели для душа парфюмированные. Есть такие ароматы. И к ним созданы вот такие гели. Ну, дороговато вообще 199. У них своя цена, конечно, 445 якобы. Но, мне кажется, для геля 150 миллилитров немножко дороговато цена. Мне больше нравится, когда они идут как комплименты за 30 рублей к аромату. Так, и здесь тоже любой продукт. То есть, получается, тут и ароматы, и вот эти тоже. В общем, все здесь, откуда вот здесь. Так, Cherish. И стандартный, и Moment. Наборчиками. Новинка Imari Elixir. И вот Imari первая версия. Вот эту я не брала. Ну, приятная. Мне кажется, она нежнее. Вот это немножко потяжелее. А новинка ежевика, абсолют роза и ваниль. Вот ежевика, ваниль, да, вот это сладость есть тут, нежность. А в этом идет цитрус, жасмин, ваниль. Он немножко... Нет, я, наверное, путаю, да? Ежевика, может, это? Нет. Угу. Нет, все правильно сказала. Ежевика здесь. А этот такой тяжеловатенький немножко. Цитрус, жасмин, ваниль. Я думала, кстати, что в нем роза. А нет. Абсолют розы вот в следующем. Так, Soft Mask новинка и первая версия. Я свое мнение в заказах говорила. Но я не люблю описывать ароматы, потому что восприятие разное. Мужская линейка, мужские ароматы, цены, мне кажется, видно. Дезодоранты и гели, гель-шампунь, 189. Два брать выгодно аромата. И любая туалетная вода 400 рублей. Женская и мужская. Это парочка. Мода от природы. Новинки. Блузка женская. Шарфик. И сумочки. Видно. Вот такие новиночки. Две сумочки. Ну, вернее, одна сумочка. Одна модель в двух расцветках. И вот здесь вот украшения. Сережки набором идут. Видите, три вида. Они подходят подо все украшения. Колье, серьги и браслет. Тоже новинки. Сумочки побольше, поменьше. Тут у девушек видно обе модельки сумочек и два кошелечка. Идут. Мне вот эта маленькая понравилась. Вот только закрывается. Это обманка? Или, наверное, обманка. Кнопка, скорее всего. Закрывается на кнопку, да. Просто внешне такого украшения, как будто как ремень. Джеггинсы с молнией. Но это те джеггинсы, которые вот я брала, карманы низко. Кто не любит, когда карманы заниженные, то смотрится, ну, у каждого свой вкус. Но зато тут уже с молнией. Уже нет такой сильной опасности снять брюки вместе с нижним бельем, если вы переодеваетесь. Так, давайте вот так сделаю, чтобы цены было видно. Цены разные, от 1500 до 1700.
все модели на молнии. И за эту цену, и за вторую. Здесь новинка вот этот комплект, можно сказать. Хотя покупается отдельно. Топ и трусики можно подобрать под свой размер. Потому что многих фигуры нестандартные. Мне очень нравятся вот такие варианты, когда не набором идет, а ты сам себе подбираешь набор. У кого-то бедра шире, у кого-то грудь больше. Поэтому очень удобно. Колготки. С заниженной талией, со средней посадкой. Тоже новинка. Тут уже карманы повыше. Брюки. Женские брюки. Здесь юбка и джемпер. Если что-то не вижу, то спрашивайте уже в комментариях. Расскажу. Сумочки, кошельки тут. Тоже смотрю вместе с вами, поэтому останавливаюсь. Мне самое интересное. Тут все видно. Если что, на паузу ставьте, а то я тут буду долго листать. Мне самое интересно. Вот, кстати, благотворительность. В этом уже совсем, ну не совсем, а большинство других предложений. А в 12-м каталоге я вот брала себе вот такое колечко, там еще были другие украшения. Вот я заказывала вот это. Здесь уже его нет. И на этой странице нет скидок. То есть все ваши скидки, они идут вот как раз в фонд благотворительности. Тушь любая, 300 рублей. Карандаши разные. Ну, тут я по-быстренькому немножко. Помады. Будь первой. Вот это вот, кстати, новинка. Мы о ней поговорим еще в фокусе. Давайте так поближе покажу. Это первая жидкая помада, которая не растекается. Причем они сделали в двух вариантах. И матовая, и лаковая. То есть глянцевая и матовая. Можно взять здесь пробники. По 25 рублей. Вот такие оттенки. Мне это понравилось предложение. Так что можете брать. И образцы будут вот так выглядеть, пробники. Потому что жидкие. Так, тут все ясно. Вот здесь новинка есть. Первый шаг, второй шаг. Было уже что-то подобное, но я думаю, тут может быть просто как бы в серии марк переиздали. Но может быть и оттенок другой. Тут хайлайтер, видимо, и румяна, да, получается. Давайте посмотрим. Нанеси матирующий флюид, чтобы выровнять тон. Флюид это 369 рублей, вот этот вот в пузырьке. И второй шаг. Высветление и блики. Светлая сторона стика по щекам, по бровям, а затем расставь акценты на скулах, подбородке и бронзовой стороной. А, бронзовой стороной. Получается, это вообще не румяна, а бронзант. Скульптор. Хотя румяна хайлайтер. Ну, не знаю, румянами. Может, темные такие. Как бы вот эти места румянами же не наносятся на нос, на крылья. Ну, в общем, кому интересно, можно купить. Каждое средство 369 рублей. Тут линейка марк. Кому что надо, смотрим. Вот я думаю, можно вот так немножко. А то как-то далековато. Ну, смотрим дальше. Люкс. Цены от 379 рублей. Вот их новинки. Такие интересные. 580. Я округляю этот рубль. Тоже люкс. Вот так. Цены разные тут уже. Блески и помады. Новинка это блеск. Причем блеск тоже такой,
как и была вот такая помада у нас уже какое-то время, двухцветная. Видите, точно такие же издали блески для губ. Интересно, 219 рублей, называется «Питание и блеск». Была помада «Питание и цвет», то тут помада «Питание и блеск». Ну, интересно. И количество 6 мл объем. Оригинально. Тоже двухцветные. Хотелось бы попробовать. Правда, запасов много. Но все равно хочется новые тестировать. Тут все видно. Листаем дальше. Не получается у меня быстро. Я понимаю, что можно ставить на паузу, но мне самой хочется полистать, посмотреть. Кисточки вернулись. Многие переживали, что кисточки пропали. Вот они. Все на месте. Вместе с ценами. Так, что у нас тут? Тут предлагают взять корректор за 59 рублей. Если вы купите любой продукт со страниц 114-115, тогда можно вот любой из оттенков такого корректора взять. Страницы 114-115 выглядят вот так. Первый умный тональный крем Сайку технологии. Так вроде бы я прочитала. Легкая текстура без эффекта маски, подходит для всех типов, 100% естественный тон. Тональный крем 449 рублей. Ну, подробнее, конечно, либо останавливаться надо, либо дождаться своего каталога, чтобы тут какие-то подробности, может, есть. Я побыстрее стараюсь все равно. Дальше смотрим. Тут туши, умывалки, смывалки, тени. Так, тут супер акция. Меня в прошлый раз тоже спрашивали, что я пропустила. Покупай продукты Clear Skin Color Trend, получи промокод на Озон. Больше продуктов, больше купонов. Вот, наверняка будут какие-то акции призовые. Могу вот так поближе показать, не знаю, будет видно или нет. И вот сами подарки. Так, тут для губ, для глаз два. Брать выгоднее. Единственное, со своей стороны, что могу сказать про эти карандаши, их нельзя выкручивать полностью ради интереса, сколько там продукта. Вы его обратно не закрутите. Он только двигается в одну сторону, только выкручивается. Поэтому лучше не рисковать. В прошлом каталоге эта тушь была дороже. Сейчас она 539. Если кому-то нужна цветная тушь, то лучше ее брать сейчас. Подешевле получается. Так, Color Trend. Clear Skin дальше пошли. Так, вот здесь новинки есть. Крем для лица с тональным эффектом увлажняющий и маскирующий карандаш. Ну, скорее, может быть, не то, что опять новинки, как переизданные, да? 25 лет Нью. Вот, собственно, самой Нью линеечка. Тут я не буду останавливаться. Вот здесь новинка, подтягивает, возвращает эластичность, улучшает тон. Что-то тут клеточное, видите, как пипеточка такая. Наверное, крутится и выкручивается что-то. Но можно взять это все набором за 1100. Отдельно все подороже. Выгоднее брать все вместе. Тут пробники предлагаю взять вот этой новинки. В следующем каталоге она будет новинкой. Неудобно мне тут показывать, конечно. Надеюсь, успели увидеть. Снова есть наборы маленьких версий. Хотя они обещают 2 недели. Что хватит на 2 недели. Мне на 2 месяца запросто хватает. Не знаю, может, маленькое лицо, но
для меня надолго хватает. Намного дольше, чем предлагает Avon. Вот это хорошая линейка для жирной кожи. Вот. Для лета мне нравится. Ну, у каждого своя кожа, поэтому подходит не всем. Сияющая кожа, нежная кожа, матовый эффект и BB-кремы. Так. Планета Спа, любой набор можно взять за 260 рублей. Новинок нет, поэтому планету я пролистываю. Линейка для волос. Вот тут новинка есть. Вот этот шампунь для нормальных склонных к жирности. И свободу от перхоти обещают. Если была, то не станет. 139 рублей. Два в одном. Инновация. Смотрите, какая интересная расческа. И она с сывороткой, что ли? Или прямо на нее надо сыворотку наносить? Вот они все сыворотки эйвоновские. Да, смотрите. Видите? Капнет 2-3 капли сыворотки на белые валики. И начинаете этой расческой причесывать. Видно? И вот девушка тут вовсю уже чешет, и она за ней ухаживает, эта расческа. Только в этом каталоге при покупке любого товара из своего каталога можно купить расческу за 300 рублей. Ну, оригинально, конечно, оригинально. Молодцы, придумали что-то, чего не придумали еще другие. Ну, или пока на рынках такого нет в изобилии, для меня вот как-то новинка. Выгодно большие объемы, ну, понятно, что выгодно. Ну, так она из рук выскальзывает. У меня все время, когда 700 мл, я ее мокрыми руками удержать не могу. Вот. Ну, цена, да, неплохая. Так, не знаю, что здесь говорить, просто буду листать. Тоже тут большие объемы. Naturals, любой 79. Kea. Лосьоны, по-моему, тут разные. И большие объемы, и чуть-чуть поменьше объемы, но очень большие все равно. Для меня 750 мл, мне кажется, это просто убойный лосьон. Может, потому что у меня так много запасов, что для меня это прям аж страх вызывает. А так вот, у кого большая семья, это очень удобная версия 400 мл. У меня вот, например, у подруги трое деток. Она говорит, вообще классно. Все одним кремом и руки, и ноги, и тело. Очень удобно. Тем более, если крем подходит, то есть нравится. Так, тут детская. Браслетик детский можно, по-моему, собрать даже его. Видите, тут и резиночки идут, и бусиночки такие разноцветные, разные. Вот. Вот такая линеечка детская. Ну, тут новинок вроде бы и нету. Все знакомое. Мужская линейка. Каждый 125 рублей при покупке двух. То есть берете два средства и тогда 125 рублей. Гели для душа в больших объемах. Мужские. Skin So Soft. И для антицеллюлитные. Кстати, вот антицеллюлитные многие хвалят. Говорят, что работает и прямо неплохо работают. Чуть ли не на уровне хороших дорогостоящих средств. Но сама я не покупала, не пробовала, так как не занимаюсь спортом и не соблюдаю диету. Мне это все не поможет. Мне поможет только мозг, когда он сам решит заниматься правильным образом жизни в питании. Очень хороший вот этот крем лавандовый. Ночной он считается, да, тут написано ухаживающий ночной крем. Очень приятно, нежно пахнет лавандой. Представляете, лаванда бывает, что пахнет нежно, вкусно и хорошо, неплохо работает. Он всего 175 рублей и в нем 150 мл. То есть объем двух тюбиков. Так, дальше. Вот такие вот вещи. Выбери любой, 109.
Так, шок цена. Ну, это хорошая цена. Вообще я эти спреи люблю. Многие боятся, что они спиртовые. Для меня это наоборот плюс. Дольше аромат держится. Ни разу мне такой спрей не пересушил кожу. Новинка в большом объеме тут. Жидкое мыло, по-моему, да, появилось. В большом объеме аромат розы. Тут и гели для душа в разных объемах, и мыло. Гели. Пошли гели. Теперь пены. Очень приятный аромат Bubblegum. Не знаю уж, как сильно будет раскрываться, держаться в ванной, но аромат приятный. Женские интимные ухаживающие средства. Тут можно наборчик взять за 139 рублей. Хорошая цена. Уход за телом Кея. Я не буду комментировать то, что написано жирно. Вот так вот. Эх, все-таки этот гель был блаженство. В заказе пришел на иностранном языке, на английском, наверное. И я, бедная, как обезьяна с очками, не знала, как прочитать, куда повесить их. 1,99, 2,39. Хорошая цена, но, к сожалению, эти шариковые дезодоранты чаще ругают, чем хвалят. За что ругают? За то, что у них долго мокрые подмышки. А я думаю, виноваты не дезодоранты, а производители. Зачем вот такой вот шарик делать наверху? Пусть шарик будет маленький, тогда он не будет слишком много продукта отдавать, когда он крутится. Просто на него очень много. И расход большой. Не будет мокрых подмышек, будет все замечательно. Потому что работают они, в принципе, ну, не на африканскую жару, но на нашу среднюю погоду неплохо. Вот. Так что, производители, услышьте, сделайте шарик поменьше. Продукт будет дольше храниться, и мы не будем его выливать лишнее и пачкать одежду этими средствами. Вот. Крик души был. Набор 389. Не знаю, хороший. Только вот Footworks, это что? Скраб для ног. Хороший набор. И французская сирень приятно пахнет, пена. Вот этот дезодорант, я уже прокричала про шарик. Вот эта маска неплохая для волос. Ну, в общем, вот так. Средняя цена одного продукта 78 рублей. Ну, в принципе, выгодно, потому что если брать дезодорант, гель и вот этот скраб, то у них может быть цена 78, но пена и маска, они обычно дороже, поэтому выгодно. Кремы для рук, 100 миллилитров объем. Очень хорошая цена, 269 рублей. Это тоже хорошая цена. И там хорошая цена. Ну, в общем, все хорошо. Так вот. Ну и вот тут, соответственно, тоже очень хорошая цена. Но я думаю, что на все эти средства может быть скидка. Не больше 15%. Такое бывает. Череш. Череш это хорошо. Тоже 30 мл. Я не помню, был он в 30 мл или нет, но вот уже есть. Так, давайте остальные полистаем во втором ролике. А сейчас мы сделаем паузу.